нашем кольном комбинате. Работа в цехах кипит. Грохот стоит неимоверный. Это работают предельные машины. Здесь столько нитей, просто глаза разбегаются. И уследить нужно за каждым. Да уж, тяжелые будни работы с легкой промышленностью. И все это на хрупких женских плечах. Раньше самая умелая предельщица могла сделать за день максимум 300 метров нити. Когда ручной труд сменили машины, объемы стали совершенно другими. Давно уже измеряют не длину пряжи, а ее вес. Только представьте, один предельный цех в сутки производит около 3 тонн. Машины, конечно, поменяли многое в этом ремесле, но самое главное осталось прежним. От предельщицы требуется умение ловко скручивать волокно. Но теперь помимо терпения и умения работать с пряжей, от предельщицы требуется еще и физическая выносливость. Каждая обслуживает по 2 машины, это больше 1000 веретен. Следить за ними необходимо постоянно. Вот так и получается, что за 8-часовую смену предельщица проходит десятки километров. Постоянно следить, чтобы не было много обрывов и не было намотов. У нас скользящий график. Работаем и в ночь, ну, допустим, первая смена, 5 дней, потом ночь, 2 выходные. Светлана не жалуется на сложности своей работы, ей нравится профессия и говорит, что привыкла ко многим трудностям. На ковольный комбинат она пришла сразу после окончания училища и вот уже 30 лет работает предельщицей. Ну, приятно, что с наших ниточек получается качественная ткань. Со стороны посмотрим, что в наших тканях одеты малыши. Сейчас Светлана Коршкова работает с самыми сложными образцами пряжи. Предельщицам, не имеющим высокой квалификации, с ними просто не справиться. Все приходит с опытом, говорит Светлана. Когда начинала, конечно, было трудно. Помогали коллеги по цеху. Без поддержки друг друга на производстве нельзя. Бывает, что плохо машины идут, но иногда там рядом кто работает, попросит, помоги, помогаем, конечно. И помимо того, что у тебя 2 машины, да, 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 да. А у каждой по 2 машины? Да, у каждой по 2 машины. За смену каждая предельщица выполняет 1000 мелких однообразных операций. Ликвидирует обрывы нитей, следит за правильной намоткой пряжи. Это сложный физический труд, монотонная работа, очень шумно. Связано с остротой зрения, потому что очень высокие номера пряжи перерабатывают. Скажите, а как же профессиональный рост, личные достижения? Есть и это. Светлана скромно умолчала, а нам удалось выяснить, что, оказывается, у нее множество наград. Лучший работник своей профессии, мастер «Золотые руки». И самая дорогая награда, полученная в прошлом году в Петербурге. Национальная премия в области индустрии моды «Золотое веретено». Как не гордиться такими кадрами? Машина, вот впечатление просто огромное. Даже не верится, что вы одна обслуживаете 2 машины предельных. Скажите, а вот мне как новичку вы можете объяснить, как вообще работать на ней, что нужно делать? С этой ровницы вот, ну, вытягивает этот вытяжной прибор и получается тонкая нить. Она вообще не видна. Она не видна, потому что, ну, надо руками на ощупь. Никак. Ага. Вы проходите, вам зачем главное следить? За обрывами, правильно? Да, да. Чтобы не было намотов и не было обрывов. А если обрыв произошел, машину надо останавливать? Нет, это все делается на ходу. А, в процессе? Вот. А, тут тормозок, тормозки, вот это? Да. Ага. Это вот не страшно, можно, нажмите. А что нажать, я не пойму. Тормозок называется, вот. Ну, черненькую, черненькую, раз. А, вот это? Да, да. Вот так, раз. Чувствуете нитку? Да. Раз, она вот другая там ниточка вытягивает.
Вот ровницу с этой вытягивай. Да, ближе надо. Надо. Потеряла. Короче, надо все этим пальчиком вот так вот. Попробуйте, вот просто. Нет, вот эту. Какую? Вот эту. Так. Просто в руках подержите, а ты там не сможешь. Вот, видишь, как она? Нитей столько, как вы там только разбираетесь. Заводим сюда. Ага. Бегунок. Так, держу. Сюда. То есть надо держать крепко педальку, да, обязательно. Да, и заправить нить. Все, отрываем конец ниточкой. Так. Отпускаем веретено, тормозок. Отпускаем? Отпускай. Она будет крутиться. Все. Она оторвалась. Ну, конечно. Не сдаемся, пробуем снова и снова. Но пряжа, кажется, не слушается. Все действия нужно выполнять за секунды. Немного замешкался, и все. Ай, я боюсь. Это сделать очень сложно. По крайней мере, у нас пока не получается. Нужен определенный навык. Говорят, что нужно полгода учиться тому, чтобы работать на этой машине. Интересно, вы так пробегаете. Километров 30. Ой, вот он, тоже обрыв был. Даже за несколько часов съемок мы в полной мере смогли ощутить на себе, насколько тяжелы будни работниц легкой промышленности. И вместе с тем, насколько их труд важен и почетен.